телерадиокомпании «Анапа Регион» также вышла на субботник. В городе работали съемочные бригады, а сотрудники, не занятые на производстве, приводили в порядок прилегающую территорию. На участке, который находится возле офиса в третьем микрорайоне, собрали около двух десятков мешков с листвой и мусором. Как часто говорят, лучший отдых – это смена занятия, тем более если речь идет о труде на свежем воздухе при сидячей работе.